И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике разберем вот этот косяк именно с бородой вот этого персонажа. Как можно все это дело обыграть и присоединить. Погнали. Так, значит, заходим в Edit Mode. И по прошлому ролику, кто смотрел, значит, вот таким образом была привязка именно Рик к бороде. Что мы сделаем? Мы отвяжем все вот эти косточки. Так, это Alt-P, Clear Parent, End Panel, Screencast Key. И вот это тоже Alt-P, Clear Parent. Так, это пусть будет привязано. Теперь вот эту косточку, она теперь, видите, что отвязана. Ctrl-Z, вяжем к этой косточке через Shift. Так, это уже Ctrl-P Keep Offset. И вот эту косточку, значит, к этой косточке Ctrl-P Keep Offset. То же самое делаем, значит, на эту сторону. Alt-P Clear Parent. Alt-P Clear Parent. Эту косточку опять к этой Ctrl-P Keep Offset. И вот эту косточку к этой Ctrl-P Keep Offset. Все, в принципе, все должно работать, да? Теперь что мы делаем? Выбираем все вот эти косточки. Вот эти. Так, даже так, косточки бороды. Выбираем одну косточку, да, и вот эту вот. А эти пусть уже как бы будут отдельно. Так, и что мы делаем? Мы их вяжем косточки челюсти. Находим косточку челюсти, вот это. Ctrl-P, Keep Offset. Заходим в Object Mode. И у нас получается вот такая вот штукенция. Они привязались. Не есть good. Ну, в принципе, что в принципе? Нужно перевязать. Выбираем персонажа и выбираем косточки Ctrl-P. Automatic Widget. Так. Заходим в Pose Mode. Выбираем кости. Заходим в Pose Mode. Выбираем все вот эти косточки. И с помощью Move давайте подставим их к нашему персонажу. Так. И чуть-чуть приподнимем и чуть-чуть подгоним, да? Так, тройка на нампаде, еще поближе, еще повыше. Так. Ну, все нормально. Теперь смотрим, если мы будем открывать, значит, челюсть R, вы видите, что у нас теперь вот эти косточки влияют на живот. Вот такая происходит штукенция. В принципе, с одной стороны, неплохо. Да, ну, возможно, у нас еще есть вот эта косточка, которая может все это дело нейтрализовать. Так что, ну, вот такой вариант. В принципе, если будет персонаж двигаться, то вот этих, ну, это небольшой, это даже не косяк, это в принципе все нормально, потому что, значит, при движении все равно должны быть какие-то изменения живота, груди, так что это все будет двигаться хорошо. Ну, вот такой вариант. Теперь мы можем, значит, G, вот видите, вводим нашу бороду. И у нас, значит, выплывает еще косяк, что теперь она как бы, как сказать, она теперь влияет у нас на челюсть. Вот, вот эта кость, а ну-ка, R. Вот она гнет нашу бороду, но вот эта косточка теперь работает неадекватно, да? Она теперь может вот таким вот образом двигать челюстью. С одной стороны, это хорошо.
как вариант, видите, челюсть двигается и двигается волос. Ну, в принципе, неплохо. Ctrl-Z, тройка на numpad. Так, это у нас была центральная кость. Возможно, я не ту привязал. Давайте тогда посмотрим, прокорректируем. Тройка на numpad. Что тут было привязано? Ну, правильно, вот, вот эту кость я и привязал. Вот так, да? Ну, все нормально. Все зашибись. Теперь только нужно посмотр. Попробовать, наверное, переустановить вот эти кости. А ну-ка, это значит настройка кости. И ставим теперь не на 6, а на 5. А ну-ка. Да, все. Одну косточку отсоединили. И теперь борода будет работать адекватно. Ctrl-Z. Не забывайте возвращать все назад. Вот такой вариант привязки, значит, волоса. Прикольно. Так, в следующем ролике буду уже, значит, не в следующем, наверное, еще ролика 2 будет по окружению, а потом уже будут ролики по анимации. Вот этого вот персонажа. Вот так вот. Ctrl-Z, тройка на numpad. И тут уже где-то будет вот такой вариант. Будет открываться, значит, рот у нас. Здесь будут какие-то, значит, изменения. Ну, вот так как-то. Где-то зашевелятся уши потом. Ну, будет прикольно. Все, всем пока, до свидания.